Делегация во главе с министром экономики и инфраструктуры Кириллом Габуричем официально объявила на международном уровне старт программы предоставления гражданства Республики Молдова через инвестиции. Запуск состоялся на Всемирной конференции проживания и гражданства в Дубае, ОАЭ. По итогам мероприятия состоялась пресс-конференция, модератором которой выступила робот-андроид София. Программа приобретения гражданства будет стимулировать экономический рост, вдохновлять местные органы и способствовать развитию общества в целом. Собранные средства будут инвестировать в инфраструктуру, образование и другие стратегические проекты и направления для Республики Молдова. Кроме того, молдавский паспорт позволит иностранным гражданам посетить более 20 стран Шенгенского соглашения. Цель программы предоставления гражданства для инвесторов состоит в усилении имиджа и конкурентоспособности Республики Молдова на международной арене, в том, что касается прямых иностранных инвестиций в стратегически важные направления, определенные правительством. Согласно программе, иностранный инвестор может получить гражданство Молдовы, если предоставит минимум 100 тысяч евро в фонд долгосрочного развития или минимум 250 тысяч евро в стратегически важную сферу бизнеса.